Всем здравствуйте! Сейчас актуальна тема клубники, поэтому я покажу очень красивый и несложный дизайн. Объемный дизайн клубника с помощью акриловой пудры. Я подготовила типс, забафила его и сделаю карандашный набросок. Рисую, где у меня будет клубничка. Такую семечкообразную форму. Еще одна. Дальше рисую листики. Чисто схематически, только для себя, чтобы было понятно, где что будет. Приступаю к лепке. Взяла попробовать на Али Мономер Элит. Не знаю, что получится, сейчас проверим. В емкость я его уже налила. Кисть для лепки все та же, ссылку на нее оставлю в описании. Акрил у меня преимущественно Коди. И начинаю я с листиков, потому что они у меня на заднем плане. Мне еще понадобится иголочка. Набираю два цвета для листиков и зеленой попкой ставлю к основанию. Кисть вытираю и вытягиваю лепесточек. Отжимаю. И пока он влажный, иголочкой делаю их резными. Дальше. Есть. Стоит отметить, что мономер очень быстрый, и здесь практически не удается ждать. Шарик сразу же становится матовый, и мгновенно сразу же нужно отжимать. То есть по сравнению с реформой он быстрее раза в два. Так, приступаем к клубничке. У меня их задумано две. Одна сзади, вторая как бы сверху, на переднем плане. Начинаю я с той, что немножечко прикрыто. Смачиваю кисть в мономере, набираю крупный шарик. И пока он жидкий, вытягиваю по контуру форму клубнички. Подправляю ее. Иголочкой делаю небольшие углубления в шахматном порядке. Если акрил тянется за иголкой, смочить ее в мономере.
приступаю ко второй клубничке. Она внахлёст ложится на листик и слегка на первую клубничку. Очень быстро распределяем, так как мономер очень быстрый. Нужно разделить две клубнички между собой. На верхний бочок я немножечко высветляю маленьким оранжевым шариком. Продублирую углубление. Теперь сделаю хвостики и шляпки. Рисую жидким акрилом длинную линию узенькую. И с обеих сторон ее приглаживаю, чтобы она становилась еще уже. Ставлю шарик, вытягиваю узенький хвостик и жму. На второй клубничке такое, где можно показать, что там тоже есть хвостики. Слегка можно сделать фон, тень вокруг клубнички жидким акрилом. И украсим беленькими цветочками. Набираю крошечный шарик беленький. И отжимаю. Получается лепесточек. И идем по кругу. Получится у нас маленький беленький цветочек цветения клубники.
серединками будут маленькие желтенькие точечки. Можно усложнить все, дорисовать усики, прорисовать, блики поставить. Вот, например. Добавить больше клубничек, больше цветочков. Очень актуальный дизайн в это время года. И его сможет сделать и начинающий мастер, и опытный. Здесь сложного ничего нету. Ссылку на подставочку, на мономер, на кисть я оставлю в описании. Если будут вопросы, пишите комментарии. Всем удачи и до новых встреч!